Программа режиссеров Владимира Ворокова, Рины Мартиросовой. Взгляните на лицо. Международный театральный фестиваль «Южная сцена», посвященный 80-летию со дня образования трех госдрамтеатров Кабардинского, Балкарского и Русского, третий раз прошел в Нальчике. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и Союза театральных деятелей Кабардино-Балкарии. Этот фестиваль родился в 2010 году по инициативе под непосредственным руководством и организацией Фирова Руслана Борисовича. Он проходил у нас в нашей республике уже трижды. В этом году он был северокавказским фестивалем. В этом году у него статус, как уже было сказано, расширился. Это фестиваль международный. И художественным руководителем и в этом году фестиваля является художественный руководитель Кабардинского госдрамтеатра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Фиров Руслан Борисович. Очень хорошо, что он проходит в этом году и приурочен к юбилею театров. Театров 80 лет – это уже тот возраст, который свидетельствует о верности избранного пути. Человек стар, дуб еще молод, и коньяк уже на середине пути к действительно к такой реальной древности. Я на Кавказе не первый год, уже 15-й год, меня творческая судьба сводит с Кавказом. Вот, я был во всех республиках, так, начиная с Махачкалы, а первый раз я принимаю участие в фестивале в Кабардино-Балкарии. Поэтому, с одной стороны, это трепетно, с другой стороны, мне кажется, что это отчасти даже заслужено. 15 лет моего опыта общения с творческими коллективами и театрами Кавказа, и, наконец-то, я в Кабардино-Балкарии, что меня, правда, и греет мое сердце, как и зрителя, так и небольшого соучастника творческой жизни на Кавказе. Поэтому мне бы хотелось пожелать фестивалю всяческих благ и открытий. Мне бы хотелось пожелать явки зрителей 100% для того, чтобы все интересующиеся театром обязательно побывали на фестивале. И а кто бы даже в первый раз заинтересовался им и стал поклонником и верным слугой великого театрального искусства. Я впервые в вашем городе, впервые на этом фестивале, хотя, несомненно, слышала о нем. Мой опыт познания кавказских театров не столь велик. Это второй мой фестиваль кавказских театров. И я вынесла из того фестиваля, который проходил в Владикавказе, драгоценные для меня впечатления и ряд театров, которые заявлены в нынешней программе, мне теперь уже знакомы, и я жду и верю, что нынешний фестиваль тоже подарит какие-то важные открытия, важные вещи, о которых потом еще будешь долго вспоминать, думать, анализировать. Это очень важно, когда театры, когда творческие люди собираются в одном общем пространстве и говорят о том, что для них важно и актуально в данный момент. Поздравляю нашу республику с таким замечательным событием, как Международный театральный фестиваль. И хочу всем пожелать удачных показов. И самое главное, всем нашим гостям, чтобы у них остались самые добрые отзывы о Кабардино-Балкарии. Каждый театр на сегодняшний день совершенно не был закрепощен тематическими какими-то условиями и привез то, что считал нужным, необходимым, чем можно выразить ту эстетику, которой он служит. Спектакли проходили на родных языках, синхронным переводом. Перед началом показа спектакля «Вдали от родины» Таджикского государственного молодежного театра имени Вахидова зрителям раздали аннотации к спектаклю. «Ночь вдали от родины» на основе творчества таджикского поэта Базора Сабира, режиссера-постановщика Назима Меликова о великой любви к земле предков, самопожертвовании. В спектакле, где играют всего два актера, речь идет о жизни человека, который по велению судьбы находится в эмиграции. Несмотря на это, он думает о своей покинутой родине, о своих родных и близких.
Дождь дорогу всем, Анджоно Наро! Анджули, Анджоно Наро! Она камерная, но она настолько пронзительная, настолько она выстроена четко, тонко, что действительно нам сегодня было все понятно, что происходило на этой сцене. И самое еще большое, наверное, наслаждение мы получили от вашего красивого, древнейшего персидского языка. Я бы хотел сегодня от имени нашего Министерства культуры, от имени Союза театральных деятелей, от всех вот любителей театра искренне поблагодарить вас и вручить подарок и приз за участие в нашем фестивале. Мужская роль. Пожалуйста. Браво, браво! Доставлена большая честь получить диплом номинации «Лучшая работа режиссера» в Международном театральном фестивале «Южная сцена» Маликова. На сцене Кабардинского госдрамтеатра имени Алиши Гинцукова в течение недели выступили театральные коллективы из Абхазии, Таджикистана, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии и Кабардино-Балкарии. Тамерлан, я знаю, что ваш театр, конечно, переживал сложные времена, он и горел, и восстанавливался, и, в общем, мы знаем, что были трагические события. Вот как сейчас обстоят дела у вас в театре? Ну, сейчас, благодаря России, мы сейчас заканчиваем эту всю эпопею, можно сказать, возрождение нашего театра, потому что театр отстраивается заново, и я думаю, что в следующем году уже будет торжественное открытие нашего театра. А труппа у вас большая? Труппа у нас драматическая, 40 человек артистов, и мы еще будем посылать на учебу в Россию в 2019 году, чтобы труппа всегда пополнялась молодыми артистами. А репертуар тот, который был прежде, он остался или вы возобновляете? Мы очень часто сейчас обновляем свой репертуар, обновляем его с расчетом того, чтобы все-таки выискать из нашего репертуара те спектакли, которые у нас остаются как в золотом фонде. И тот репертуар, который у нас был, из этого репертуара у нас остались спектакли. Мы их до сих пор играем, потому что есть спектакли, которым уже 15 лет, уже 20 лет. Но они всегда бывают на публике, в общем, публика их всегда любит и приходит на спектакль. В следующем году у нас будет премьера «Фатимы» по Костахетагурова. У нас есть «Сказа матери» по пьесе Владимира Гогоева из национального репертуара. И у нас есть спектакли, которые всегда имеются в виду. Мы всегда берем национальную драматургию, чтобы сделать из него спектакль, который бы, можно сказать, не стыдно было показывать и на широкую публику. Аксарбек, скажите, пожалуйста, вы впервые на сцене Кабардинского театра? Да, я был в Карачаево-Черкесии, я даже заслуженный артист Карачаево-Черкесии, но здесь я впервые. Вот скажите, что сейчас чувствуете вот перед тем, как выступить на этом фестивале? Волнение, конечно, есть, потому что впервые, когда ты выходишь на сцену в театре, где ты не был, ну, приятное у меня чувство, что так хорошо нас приняли здесь, люди доброжелательнее.
за что им спасибо огромное. Театр Цхинвали носит тоже имя Великого Коста. Это, наверное, все-таки как-то вот заставляет быть на уровне. И я думаю, что в репертуаре у вас есть пьесы и Коста Хитагурова, и других авторов, не только Островского. Да, у нас всегда были и есть, и еще думаем поставить вот скоро. У нас был Фатима Коста, это знаменитый, это фильм был такой. Но сейчас у нас театр сгорел. И долгое время строили этот театр. Сейчас я думаю, что где-то к дню театра откроют, в марте месяце, и мы собираемся ставить Фатиму и открыть наш новый театр, произведение Коста Фатима. А почему вот именно комедию «Островского лес» вы привезли сюда на фестиваль? И с этим же спектаклем будете выступать в Владикавказе? Нет, во Владикавказе будем выступать с другим спектаклем, а сюда привезли. Мы сотрудничаем с малым театром, Шепкинским училищем, где я учился, я оттуда тоже. И они прислали режиссера и захотели поставить «Островского лес». Спектакли проходили на родных языках с синхронным переводом. Завершился международный театральный фестиваль круглым столом и торжественным закрытием. Позвольте начать наш круглый стол, посвященный закрытию фестиваля «Южная сцена». Первое, что я хотела сказать, что фестиваль 4 года не проводился, и это событие, которое сейчас вот заканчивается в эти дни, считаю знаковым. Хочу поблагодарить нашего зрителя, который был очень заинтересован, который посетил каждый спектакль, и ни один театр не может пожаловаться на то, что не было интереса со стороны зрителей. И, конечно же, очень хочу поблагодарить наших гостей, московских критиков, за то, что не просто посмотрели, не просто погладили, но и разъяснили. К великому сожалению, говорим часто, говорим давно о критике профессиональной, не той критике, которая кого-то уничтожает и кого-то там, доводит до безумия, нет, о нормальной профессиональной критике, чтобы нам, актерам, которые очень себя любят в искусстве и думают, что они последняя инстанция гениальности, и такие же режиссеры просто со стороны узнали, все-таки здесь не дотянули, здесь не доиграли, а потому зритель не приходит на ваш спектакль. И все. Пересказ спектакля, согласитесь, я это прежде всего обращаюсь к нашим журналистам, пересказ спектакля – это не критика, это пересказ спектакля. Всегда надо помочь. Критика – это, еще раз повторяю, помощь творческому человеку понять свои ошибки. И, конечно же, в этом смысле, Марина Михайловна, и вас, и ваших коллег я искренне благодарю. И спасибо. Думаю, что, вы знаете, на то и фестиваль, чтобы на каждый год от фестиваля к фестивалю прибавлять. Поэтому я поздравляю всех с окончанием фестиваля. Надеюсь, что следующая встреча театров, участвующих в фестивале, состоится все-таки через 2 года. Мы рады приветствовать вас на закрытии международного
театрального фестиваля «Южная сцена». Как же быстро пролетела эта фестивальная неделя. Столько было приятных впечатлений, эмоций. Правда, не только приятных эмоций. Дело в том, что артист Балкарского театра Аубекир Мизиев во время работы над фестивальным спектаклем «Доктор философии» Бабеси Лушича получил травму, сломал ногу. На этой сцене со время фестиваля выступали театральные коллективы Абхазии, Чеченской республики, Таджикистана, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии и Кабардино-Балкарии. На фестивале «Южная сцена» были представлены такие спектакли и такие театры, как Кабардинский театр имени Алиши Гинцукова, спектакль по пьесе Мурадина Альмезова «И знака тишины». Таджикский государственный молодежный театр имени Вахидова, спектакль «Вдали от Родины» по пьесе Меликова. Абхазский государственный драматический театр имени Чамба, спектакль по пьесе Славомира Брожика «Пешком». Государственный драматический театр Южной Осетии имени Хитагурова представили нашему вниманию спектакль «Лес» по пьесе Островского. Чеченский государственный драматический театр имени Нурадилова, спектакль «Выше гор» по пьесе Ахмедова. Дагестанский государственный музыкально-драматический театр имени Патырая, спектакль «Насилие» по пьесе Нурова. Республиканский черкесский драматический театр имени Акова, спектакль «Вот он, инопланетянин» по пьесе Мамучиева. Балкарский государственный драматический театр имени Кайсына Акулиева, спектакль «Доктор философии» по пьесе Нушича. Русский драматический театр имени Горького, спектакль «Семейный ужин с любовным гарниром» по пьесе «Камалетти». В этом году ставший уже традиционный фестиваль «Южная сцена» был приурочен к 80-летию образования трех национальных театров Кабардино-Балкарии. Кабардинский театр имени Алиши Гинцукова начал свою работу 1 мая 1937 года. Хотелось бы отметить поистине великих актеров, принимавших участие в становлении Кабардинского театра. Это Мухаммед Тубаев, Куна Дышекова, Данитка Шартанова, Буха Сибекова, Али Тухужев, Мухарби Сонов, Калиса Балкарова, Зарамук Кардангушев, Хусейн Тавкуев, Мухаммед Шкагапсоев, Тимофей Жигунов и многие-многие другие. Низкий поклон и вечная память нашим корифеям. 80 лет. Цифра сама по себе большая, и за этой цифрой скрывается колоссальный труд актеров, режиссеров, художников и всех тех, кто создает спектакли и кто дает им жизнь. 1 ноября 1936 года состоялось открытие Государственного русского драматического театра показом спектакля по пьесе «Гусева слава». Свои поздравления прислали артисты МХАТа Москвин, Качалов, Яблочкина. Весной 1968 года Государственному театру русской драмы КБССР было присвоено имя Максима Горького. Большой вклад в развитие русского драматического театра внесли такие режиссеры, как Гнедич, Поздняков, Толчинский, Эргенов, Султан Тиуважев, Борис Кулиев. Балкарский театр имени Кайсына Кулиева начал свою работу в январе 1937 года. В становлении и у истоков театра были такие корифеи и талантливые артисты, как Ибрагим Мамеев, Маржан Кудаева, Магомед Кучуков, Шарифа Кучмезова, Омар Балаев, Ахмат Кудаев, Зоя Махиева и многие-многие наши артисты. Первым профессиональным режиссером и драматургом Балкарского театра был Рамазан Гиляев со спектаклем «Калатой». Также хочется отметить таких режиссеров, как Моисеев, Кулиев, Эркенов. Благодарим всех, кто принимал непосредственную роль и участие в становлении и профессиональном подъеме Балкарского театра имени Кайсына Кулиева. Все три театра функционируют и живут полноценной жизнью. Ваши полные аплодисменты!
театральный фестиваль к успешному завершению. Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Калягин Александр Александрович поздравляет всех участников, организаторов с этим замечательным событием, а также наши национальные театры Кабардинский, Балкарский, Русский с их юбилейными датами. И в связи с этими событиями просил вручить следующие почетные грамоты Союза театральных деятелей Российской Федерации творческим работникам наших театров, сделавших заметный вклад в развитие театрального искусства нашей республики. Итак. Творческим работникам Кабардинского, Балкарского и Русского театров, внесших заметный вклад в развитие театрального искусства Кабардино-Балкарии, были вручены почетные грамоты Союза театральных деятелей Российской Федерации. Thank you.
За участие в международном фестивале «Южная сцена» призы и подарки получили все участники фестиваля. Актрисы Государственного драматического театра имени Куста Хитогора Республика Южная Осетия отмечены в номинации «Лучшая женская роль второго плана» Инга Маргиева и Инга Гаджиты. Дипломами за лучшую мужскую роль награждены актеры Балкарского и Кабардинского театров, заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Мажит Джангуразов и заслуженный артист Российской Федерации Басир Шубзухов. В номинации «Лучший дуэт» дипломы получили актрисы Балкарского драмтеатра Роза Байзулаева и Фатима Шидакова. Thank you.
Украинский государственно-драматический театр имени Шагинцукова. Номинация «Лучшая сценография». Спектакль «Изнанка тишины» по пьесе Ольмезова. Режиссер-постановщик Руслан Пиров. В номинации «Честь и достоинство» награжден заслуженный артист Российской Федерации, актер Чеченского госдрамтеатра Тагул Аманов. Дипломом «Честь и достоинство» награждается заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художественный руководитель Даргинского государства музыкально-драматического театра имени Батырая Ибрагимов Мустафа Авдеевич. Лучшее музыкальное оформление спектакля получил Даргинский государственный музыкально-драматический театр Республики Дагестан. Диплом за бережное отношение к традициям национальной культуры отмечен Чеченский госдрамтеатр. В номинации «Лучший спектакль» международного фестиваля «Южная сцена» голоса жюри отдали Абхазскому государственному драматическому театру за спектакль «Пешком» по пьесе Рожика. Вы знаете, вообще номинация «Лучший спектакль» — это всегда как-то, ну, как-то очень сложно звучит.
Что значит лучший спектакль? А у меня лучший спектакль, может быть, вообще вот и совсем французская какая-нибудь комедия, где я отрывалась, допустим, веселилась, а кому-то еще что-то. Это всегда вещи очень спорные, да? Но есть спектакли, которые ты смотришь и понимаешь, что это явление. И на нашем фестивале, на фестивале «Южные сцены» был такой спектакль. Спектакль Валерия Михайловича Котова, который вернул нас к истокам настоящего искусства, какой там был Мрожек, какой-то абсурдист, какой-то что-то, что-то мы там будем рассматривать, кому-то это не показалось, это может сложно и прочее. Но был кусок жизни, который мы видели, который был очень нам понятен, потому что мы все в разной мере, в разных ситуациях проходили то, что происходило здесь, происходило с героями. Театр, чем он так прельщает, в нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем? На душу принимая грех.
Woo!